Я не Дедушка Мороз, борода из ваты, но подарки вам принес. Молодец хороший. Не в рифму, зато правда. Ведь именно в этом выпуске мы подведем итоги розыгрышей, которые наверняка вы так долго ждали. Ну а пока к новостям. Для начала новость, которая прям порадовала. Серия акустики Klipsch Heritage Wireless пополнится новыми моделями The 9 и The 7, проще говоря, девятками и семерками. Новинки унаследуют дизайн пятерок, натуральный шпон содержит цвета, но, что логично, станут больше и мощнее. Обе модели будут представлены на январской выставке в Вегасе, и примерно тогда же стартуют продажи. Лично мне не терпится услышать новинки, потому что пятерки — это одни из моих любимых активных полочников. Французы нынче прям радуют необычными решениями. Очередная новинка из экзагона — Magnum. L'hexagone, в переводе с французского, это шестиугольник. Именно так называют свою страну французы. Если говорить честно, ваш акцент очень забавен. Беспроводная колонка в дизайне ящика под винные бутылки. Корпус выполнен из сосновых дощечек, а за звук отвечают два алюминиевых басовика, столько же твиттеров и 70-ваттный усилитель класса D. Из интерфейсов доступен Bluetooth 5.0, а вот какие кодеки будет поддерживать устройство — пока неизвестно, но на aptX HD я бы не рассчитывал. Хотя под бутылочку бургундского и SBC подойдет. Новый год, новые лица. Отец-основатель Parasound Ричард Шрам объявил о передаче своего предприятия предпринимателю Дэвиду Шерифу. Со слов нового владельца, он не намерен рубить с плеча и что-то кардинально менять, что называется «работает не чини», но при этом будет стремиться к развитию бизнеса, созданию новых продуктов и оптимизации процессов. Знаете усилитель Leak 130? Ну, такой симпатичный в ретро-дизайне. Так вот, этот недорогой красавец настолько полюбился пользователям, в том числе и в нашей стране, что британцы решили ничего не выдумывать, а просто прокачали его. Да еще как прокачали! Встречайте! Leak Stereo 230. Почти в два раза мощнее. 2 по 115 на 4 омах и 2 по 75 на 8. Обновленный ЦАП на чипе ESS, а главное, все тот же ретро-дизайн. Правда, само собой, малыш прибавил в весе и подрос в глубину на 14 сантиметров. Поставляется, как и младший брат, в вариантах отделки с деревяшечкой и без деревяшечки. А самое приятное уже в продаже в наших магазинах. Монитор аудио объявили о свежем поступлении. Вся линейка в разных цветах доступна к заказу. Отличная акустика по хорошим ценам, несмотря на растущий курс доллара. Надо брать. А победителем розыгрыша наушников стал человек, имя которого мы узнаем в конце ролика. Что же интересного будет согревать вас в наших салонах в праздники? Не успел я анонсировать новый 230-й лик, а в Казани он уже на витрине. Артуру, директору салона, респект за оперативность, а жители столицы Татарстана, добро пожаловать в комнату прослушивания. В Москве в салоне на Лесной появился потрясающий интегральный усилитель Rose, или Розе, или как там его называют корейцы, в общем 180. Один внешний вид аппарата чего стоит. Ребята, заряжайте прослушку, я еду к вам. В Москву уже, но на Новинский бульвар привезли напольники Apertura Sense, а также вновь пополнилась витрина наушников Kennerton. Ну, праздники же, всем нужна красота. Не только Новый год мы отмечаем в конце декабря, но и у салонов в Санкт-Петербурге, в Воронеже и в Москве на Новинском бульваре день рождения. А это еще один повод заглянуть к нам в гости. Заходите, поздравляйте ребят, а они, в свою очередь, без приятных бонусов вас не оставят. Ну что, друзья, то, чего вы так долго ждали. Итоги розыгрышей. Поехали. Пластиночку из предыдущего выпуска новостей получает автор вот этого комментария. Колонку Tivoli из обзора Tivoli. Вот этот. Эксклюзивные наушники Kennerton в цвете палисандр получает автор вот этого комментария. Поздравляем. Саундкор из розыгрыша в Telegram уходит вот сюда. И Audio Pro победитель.
Ну и само собой, в этом выпуске без пластинки мы вас не оставим. Ведь 27 декабря родился я. Но пластинок я не выпускал. А вот Дэвид Нофлер, гитарист и один из основателей не чего-нибудь, а Dire Straits, также родился в этот знаменательный день. Их-то пластинку мы и разыграем в этом выпуске. Условия, как всегда, очень простые. Лайк, подписка, колокольчик и любой комментарий под этим видео. Несмотря на то, что это был нелегкий год, спасибо, что остаетесь с нами. С наступающими праздниками, а в этом году новости все. Всем хай-фай!